У пальста есть три пользы, как говорят ученые. Много, но основные три — это рухия, ичтимаия, васахия. Три. Это рухия, это польза для души. То есть ты очищаешь свою душу, становишь набожной, богобоязнь, то, о чем мы сегодня говорили. Ичтимаия — это социальная польза. Какая социальная польза, что проявляется? Ифтары. То есть, альхамдулиллах, сколько мы провели? Сейчас вот ездили, я в Бишкек ездил, на 3000 человек столы накрывали, альхамдулиллах, приходят там нуждающие и так далее. Закаты раздают люди, там в Африку отправляют, в другие страны и так далее. Там. То есть много-много блага, много. То есть, субханаллах, то есть все обогащаются этим и так далее. Третье, сухия, то есть, альхамдулиллах, медицинская, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, суму тасиху, поститесь, и вы будете, то есть, поправляться, вы будете здоровыми, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Анна туназзифу аль-амаа, то есть очищает желудок, то есть очищает кишечник и так далее. Человек легкость такую чувствует, как во время поста. И также есть еще один подарок у Всевышнего Аллаха, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, лица имя фарахатан, фарахатун инда фитри, фарахатун инда ликаи рабби. То есть для постящегося есть две радости. Первая радость, когда он разговляется. И разговление, братья, сестры, субханаллах, знаете, вот кто постится, вот чувствует эту радость или нет? А? Вот когда вот остается там две минуты, потом Магриб, салат аль-Магриб заходит, и муаззин говорит, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ой, все с радиофилин берут его воду, и сразу что, разговление. И чувствует такое некое что? Радость. А что за радость? Радость от того, что мы сейчас наедимся? Нет же, да, желудок сужается, ты не можешь много кушать, столько там, а чего, не писать словами, что за радость, вот откуда она радость, это Аллаху Алим. Вторая радость, в этой, это фарахат аль-Тани мин фарахат аль-Уля, это послезавтра, когда мы с вами пойдем на Ураза Байрам, на Аид, иншаллах будем читать молитву, и альхамдулиллах будем радоваться, то, что месяц Рамадан прошел, будем просить Аллаха дуа, благодарить его, то, что он дал нам возможность пропаститься и провести его праведно. И вторая, более великая радость в судный день. Каждый из нас будет радоваться, иншаллах, своим постом. Аллах Субхану ва Тааля скажет, ты постился ради меня, ты оставил шахват ради меня. Ты не хотел ничего другого, кроме как моего удовольствия. Удхуль джанна, ла хауфун алейкум, ла антум тахзанун. Заходите в рай, нету печали, ничего, нету сегодня страха. Это самая великая радость.